какой выход получается. И на добивании бело-голубые открывают счет в этом матче. Ну вот так. Выскочил на ворота неожиданно игрок «Динамо». Ну а затем после отскока на подборе первым оказывается также хоккеист «Динамо». И делает счет 1-0 в их пользу. Шайбу-то уступили. Вот сейчас ее вернули и забросили дальним броском. Вот здесь как раз-таки обзор был закрыт Меньшатову. И прекрасный бросок в дальний угол. Получается 1-1. Бросок на дворный со второй попытки все-таки свой момент реализует. Три на три в большинстве. Крылья Советов. Большинство как реализуют сейчас. Добрый вечер. Буквально несколько секунд прошло этого самого большинства. И тут же заброшенная шайба. 7 секунд прошло. 2-2 счет. Назад и вновь бросок по воротам. Ложатся динамовцы под эти самые броски. И прострельная передача, и 3-2! Крылья Советов! Ударка Шуфедина! Выводит крылья вперед. 65-й номер крылья. Просто восхитительный розыгрыш. Перевод направо, бросок по воротам. Заблокирован он. Какие же молодцы крылья. И бежать, бежать, бежать вперед сейчас. И забрасывать пустые ворота. 4-2. Крылья Советов. Можно поздравлять с победой в этом матче. Ну просто зубодробительный хоккей они сегодня продемонстрировали. И недаром забрасывает вот эту четвертую шайбу человек с фамилией Назар.